Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Назаровский задержали нетрезвого водителя, отказавшегося от прохождения медицинского свидетельствования на состояние алкогольного опьянения и уничтожившего свой паспорт. В ночное время суток нарядом ДПС, находясь на маршруте патрулирования, был задержан автомобиль, который двигался по дороге на большой скорости. Законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и, увеличив скорость движения, попытался скрыться. Однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль выбросило с проезжей части. Нарушителем оказался 24-летний местный житель города Назарово. Результаты свидетельствования показал степень алкогольного опьянения, однако нарушитель не согласился с ним, после чего во время составления административного протокола порвал свой паспорт. В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили 4 административных материала, в том числе за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, а также за порчу документа, удостоверяющего личность гражданина. Сотрудниками отдела по вопросам миграции составлен административный материал.